Всем привет, друзья! Ну вот, я собрал свой многострадальный амфибио. Сейчас я вам покажу то, что у меня по мелким целям, да, золотым. Крестик, сережка и мелкая цепочка. То, что хотел вчера показать, но обнаружил то, что у меня вода попала. Просох прибор, я его собрал. Единственное, у меня подглючивает сейчас подсветка. Вот, но это с этим мы уже разберемся впоследствии в ближайшее время. Спасибо всем, кто посоветовал, давал советы. В общем, как это буду делать, я пока еще толком не знаю. Есть варианты, что, наверное, буду вот так вот отдельно голову использовать, крепить ее где-то. Ну, что-то я боюсь пока как бы топить его. Не знаю, когда этот страх пройдет, тогда что-нибудь сделаем. Либо с ребятами, которые гермобоксы изготавливают, сконтачусь. Вот. В общем, давайте переходить к тесту на мелкое золото. Так, крестик золотой, 585-я проба. Программа та, что вот Роман рекомендует, это третья программа. Чувствительность даже с этой катушкой, видите, дома он держит. 89, никаких ложных сигналов. Ну, собственно, особо дальше не залезал. Показать вам, как ВДИ выдает. Так, крестик маленький золотой. Глубина, конечно, небольшая, но и не маленькая. То есть бывает не впритык. Вот. 15 на ребре. Все в этих. Чисто фольговый сигнал, кто знает. Вот. Далее сережка, которую я именно в том месте, где вот я лазю. Это советское золото. Она пустотелая, поэтому здесь тоже дает такой же сигнал. Тоже пятнашечку дает. На третьей программе пятнашечку надо копать обязательно. Так, еще я могу ее раскрыть. Чуть похуже будет тогда сигнал. Сейчас, секунду. Одной рукой снимать, одной рукой это. Но тоже видит. Плюс-минус такие же сигналы. Глазами найдены, найдите ролик. И тоненькая золотая цепочка. То же самое сразу вам говорю, один в один. Так что я для себя запоминаю, вы тоже для себя. Если мелкое золото 15-16 может попасться. Скомканная. Сейчас попробуем, если ее немножечко растянуть. Стянуть уже хуже. Ну, вероятнее всего, он цепляется вот за этот замочек здесь. Самая крупная цель это замочек. Вот его он и видит. С цепочками золотыми у всех проблемы. Так, все. И колечко золотое. Колечко у нас четкие 35. Вот как-то так. Сейчас не знаю, здесь плохо видно, как он глючит по подсветке. Она то мигает, то нет. Так, вот стоит у меня C5, отключено, вот постоянно, ну вот вроде разгорелся, хотя видите, так это помаргивает. Вот, в остальном, конечно, надо бы там, как мне советовали, спиртом обработать, но я человек не пьющий, у меня медицинского спирта нету. В общем, друзья, думаю, это видео я еще не полностью закрутил его, потому что буду еще герметить, герметик не приобрел. Вот, такие цели. Думаю, вам это будет интересно.